Напомним, в прошлом году в Нефтеюганске было рекордное количество стобальников. Сразу 10 человек по 5 направлениям. В этот раз пока известно только о 2 таких учениках из 2-й и 5-й школ. Наивысшие оценки от экспертов им удалось добиться по таким предметам, как химия и русский язык. Кстати, в этом году выпускников с подобными результатами ждут не только похвала и повышенные шансы при поступлении, но и денежное поощрение от губернатора нашего округа. Размер каждой премии составит 100 тысяч рублей. Сотрудники департамента образования надеются на такие же результаты и по другим предметам. Итоги последнего экзамена информатики станут известны уже 5 июля.